Рамзан Кадыров, по праву, считается ярким представителем нашей современности как политик, военный деятель и просто человек. Он известен своим волевыми качествами, лидерскими способностями и прямолинейностью. Немало слухов о нем, как о весьма любвеобильном мужчине. Ему постоянно приписывают романы со многими известными отечественными женщинами, среди которых называют Ксению Собчак. Кадыров эти слухи не отвергает и не признает, чем вносит еще больше интриги. Мужское население Чеченской Республики всегда находит поддержку у своего лидера в вопросе многоженства, который уверен, что такой семейный уклад предотвращает супружеские измены. Имея нескольких жен, мужчинам нет необходимости искать связи на стороне, ведь их связывают честные отношения с несколькими женщинами, которые тоже счастливы в законном браке. Однако, сам Кадыров женат лишь на одной женщине. Их браку уже 25 лет. Медни Айдамирова и ее будущий супруг росли вместе и учились в одной школе. Он заприметил ее, еще будучи подростком, но его внимание оставалось безответным. Медни была занята только учебой и мальчиками вообще не интересовалась. Но ее юного поклонника уже в тех годы отличал настойчивый характер, и он продолжал свои ухаживания, которые, в конце концов, увенчались успехом. Девушке было 17, Рамзану исполнилось 19, когда они стали молодой семьей. Сейчас супруги воспитывают 12 детей, двое из которых были усыновлены четой Кадыровых. Супруга президента известна как дружелюбная, гостеприимная женщина с мягким сердцем. Ее супруг всегда подчеркивает свою неизменную любовь к ней, доказательством которой служат их дети. По его мнению, именно дети и говорят о любви супругов друг к другу.